Всем привет, давайте-ка сыграем наемники. Я делал уже пару видео. Ну, давайте сыграем еще. Возьмем, наверное, Леона. Посмотрим, сколько получится в деревне набить им. Такой забег сделаю. Я не знаю, как правильно тут играть, как правильно время брать, тратить бонусы. Я не профи. Сыграю, как смогу сыграть. Вот и все. Запишу видео. Te voy a hacer picadillo. Побери ты, господи, тупняк ловишь. Где они там все? Что, они не погнали, что ли? Непонятно. Походу за ними снова бежать. Так, пистолет выбрасываем, наверное. Мне он не нужен. Мне нужно только ружье и правое. Все разложить нормально, потому что еще будут патроны и так далее. Две гранаты — это хорошо. Вот, у нас есть, считай, три аптечки. Все, готов. Они все там. Заходим их сюда. В гаражик в этот. И берем время. По-моему, это последнее время. Если я не ошибаюсь, ну-ка. Да. Скинули эту дуру. Te voy a hacer picadillo. Так, все, погнали. Бензопильщица выскочила. Все. Лучше не рисковать и тут ее убить.
Берем патроны только на ружье. Блин. На самом деле мне сейчас просто очень не повезло. Понятно, слышу, слышу, слышу. Эй, Латрампа! Неплохо, кстати. Ты даешь, бабу. Давайте сейчас одну теорему сделаем. Сбегаем сюда. Да иди нафиг, чувак. Давай, давай, сейчас стрелёнка. Давай, 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 давай. Так. Ого, неплохо. Вот оно, да? Ну, как смог. Вот такое вот видео получилось. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.